Сумки почтальонов советских времен, почтовые ящики прошлого века, штемпели и оттиски. Все это экспонаты музейной экспозиции, которая торжественно открылась в Барнаульской школе номер 107. Экспозиция небольшая, но интересная. Школьники, а именно они стали первыми посетителями, могли посмотреть и потрогать своими руками телеграфный аппарат советских времен, почтовые ящики, которые раньше были неизменным атрибутом улиц российских городов и сел, полистать редкие документы тех лет. Большой интерес у юного поколения вызвали старые почтовые открытки, которых на выставке представлено несколько десятков. У нас в Алтайском крае очень много посткроссеров, которые занимаются международным обменом открыток. Здесь как раз представлено, да, то, как было это в советское время, открытки советского периода, и то, что сейчас письмо, открытка, она наоборот возрождается, и как раз вот появилось такое новое направление, как международный обмен, случайный обмен между различными людьми, которые даже друг друга не знают. У школьников была также возможность отправить открытку, которую выпустили специально к открытию почтового музея, погасив ее праздничным штемпелем. Кстати, музейная экспозиция в 107-й школе теперь будет работать постоянно, так что у многих будет возможность поближе узнать об истории Алтайской почты.